Краевом управлении автодорог опубликовали видеоотчет о строительстве левобережной развязки Николаевского моста. На кадрах видно, что строители закончили монтаж металлического каркаса одного из объездов. Аналогичные работы продолжаются на центральных опорах переправы. Укрепляется берег, укладывается основа для будущей дороги на улице Волочаевской. Напомню, этот объект возводит компания «Сибиряк». По контракту она должна сдать развязку до 31 декабря этого года.